И как я и говорил, сразу начинается мой заезд за крюка в субботу, которую сверху нашего уважаемого путя будет вас вводить. Так, разворотники были ходом, набирай ходом, там шинерчик! Вот он, а это даунсайд-вип, очень оригинальное исполнение. Вот если такой даунсайд-вип научишься, это будет просто вау. Мне кажется, что никто повторит такой может. 10 секунд у тебя осталось. Просто проездники, и не просто проездники, вылетят, сделать небольшой свой дрочек прямо на плаху из губы, и опять же повторюсь, что, по-моему, никто еще таких дрочек не сделал. 3 секундочки осталось. Еще один просто. Исполнение женщины, и